эксплуатации автомобиля зимой, когда очень много снега, это еще тот аттракцион. И хорошо, если у вас полноприводная Toyota, или вам повезло и вам удалось купить АКУ. И сейчас мы поедем бороздить просторы, где никто никогда не ездил. И только АК сможет ездить в этих невыносимых условиях. Стоянка, которая всегда полна автомобилей, сегодня пустая. Поэтому везде можно развернуться, везде можно проехать свободно. Там, где была дорога, сейчас только люди прошли. Машины здесь уже не ездят. Берем АКУ. Да, и АК не очень хочет ехать, но поедет. Это маленький вездеход. Вырастет, конечно же, станет джипом. Ну а пока... топчет дорогу для пешеходов. Ну а сейчас будем испытывать АКУ в подъеме на гору в гараж. Здесь кто-то уже спускался, но поднимался вряд ли. Поднялись легко. С чем связана такая проходимость АКИ? Вы посмотрите, колеса всего лишь 12. А по снегу этот автомобильчик едет лучше, чем машинки, у которых 17 или 18 колеса. Мой друг, по примеру которого я купил АКУ на зиму, называет ее лыжи. У него есть Volvo заднеприводное, а ездит он всю зиму на АКИ. А почему лыжи? Да потому что днище у этого автомобиля совершенно плоское. И если колеса не помогают, то она скользит днищем по снегу. И автомобиль действительно реально проходимый. Поэтому спасибо советским конструкторам, которые не додумались сделать пару ям, пару ниш в автомобиле, в который бы попадал снег, и машина бы буксовала. Еще раз спасибо советским конструкторам.